Уважаемые коллеги, с нами на послематчевой пресс-конференции главный тренер футбольного клуба Евпатория Мартына Владимирович. Еще раз. Уважаемые коллеги, с нами на послематчевой пресс-конференции главный тренер футбольного клуба Евпатория Мартынов Владимир Владимирович. Ты не нервничаешь? Да я не нервничаю, не размялся. Давайте без вступления, потом вступление вырежем и уже будем задавать вопросы. Я прошу прощения. Очень сложная игра. И по отдаче команды Евпатории вообще нельзя, наверное, даже обвинить в чем-то. Команда до последней минуты матча шла вперед, пыталась атаковать и забить гол, и была близка к этому. Как вы думаете, в чем причина поражения? Ну, причина, наверное, опять же, соперник, то, что нам не дал забить. Если взять в общем всю игру, то, наверное, обидно проявить такие игры, когда, имея преимущество на протяжении всей игры, во владении мячом, нет концовки, не довели мяч. Был шанс, не один, второй, но не реализовали. Плюс пропустили два гола таких необязательных, скажем. То есть, может быть, нас это подкосило, этот второй гол. Чуть-чуть мы не доиграли агрессивно первый тайм. Второй тайм вышли, сконцентрировали. Ребята, у меня претензий нет, они отдали все силы. Показалось, что во втором тайме Евпатория была физически сильнее Океана и придавила его. Это так? Естественно, команда, которая проигрывает, наверное, хочет отыграться, поэтому ноги сами бегут вперед, чтобы забить гол, чтобы выровнять ситуацию. Еще раз, мне показалось, что на протяжении игры мы были более агрессивны, более мобильны. Но футбол есть футбол. А прокомментируйте, пожалуйста, кадровое решение. Сегодня Клочков у нас в старте и Хомич Юзин за ним. Ну, мы знали, что в Керчи очень сложное поле. Керчь строит свою игру, в принципе, на длинных передачах. Нам нужны были подборы, поэтому мы решили выпустить ближе к опорному зону Диму Клочкову. В принципе, он справился с этой работой, подобрал, активно сыграл вперед, забил гол. Что касается Ярик, впереди нам нужна была скорость. У него есть эта скорость, хотели ей воспользоваться. У него был момент голевой, к сожалению,